Он стоял на морозе перед толпой, чуть выступив вперед, опираясь на свои видавшие виды палку, пытаясь призмочь боль страшной болезни, изнутри подтачивающей его последние силы. Он стоял гордо, словно вожак, пытающийся защитить свою небольшую стаю. В его взгляде было все. И грусть, и сожаление, и мудрость. Не было одного. Ненависть. Его взгляд был устремлен куда-то туда, где была одному только ему ведомая тайна. Старик не просил пощады. Не пытался оправдаться. Хотя я знал, каков будет итог этой последней битвы. И мы знали. Мы, молчаливо наблюдавшие за этой трагической сценой. И вот его нет. Старик умер. Умер в изгнании. И защищенный друзьями, и непрощенный врагами. У каждого человека своя судьба. И старик мог бы оказаться одним из тех, кому судьба позволила спокойно умереть в своей постели, окруженной родственниками. Были бы похороны, приходили бы односельчане, следуя горскому этикету, чтобы быстро помолиться и через мгновение взяться за мирские разговоры. Приходили бы молодые люди, согревающие в карманах мобильный телефон с невыключенным WhatsApp. Приходили бы плаксивые женщины, выдавливая фальшивые слезы. Но судьба жалилась над стариком. Он ушел, став нашей совестью. Мелькнул, как метеор, для того, чтобы мы еще живые распрямили спины, думая о человеке на фотографии. Старике, одиноко стоящем перед агрессивной толпой и выигравшей у них свой последний бой. Прощай, старик. Знай, тебя выгнали и убили не от моего имени.